Звук «б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Имеет отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Владельцы этого имени всегда выглядят приветливо, чуткие, умеющие быть снисходительными. Они легко добиваются признания и дружеского расположения окружающих и пользуются популярностью не только среди близких людей, но и всюду, где появляются. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Человеку с буквы «К» по имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. У человека с этим именем есть вибрация, которая наделяет блестящим умом, красноречием, находчивостью и обаянием. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Обладатели этого имени переполняют чувства, когда они восхищаются чем или кем-либо, очень восприимчивы. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняют поиск своего жизненного предназначения. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.